Ну, вот как бы перед вами представлены три наиболее распространенных аккумулятора, которые используются практически во всех сейчас современных фонарях. Ну, вот в нашей серии, во всяком случае, точно. Значит, они отличаются по емкости, соответственно. Ну, все они литиевые аккумуляторы. Ну, на мой взгляд, они, ну, скажем так, среднего класса. Они неплохие, но и ничего супер-пупер нет. Ну, как бы они выполняют свои функции, нормально заряжаются, достаточно долго держат заряд, довольно много держат, как бы, циклов. Ну, то есть, как бы особо ругаться нечего, но ничего сногсшибательного здесь нет. Это вот, еще раз повторяю, это вот штатные аккумуляторы, которые используются в фонарях. Принципиально вы можете при необходимости заказывать любой, в общем-то, аккумулятор. Стоимость вот такого аккумулятора 250 рублей. Ну вот, есть аккумуляторы, ну, как бы более высокого класса. Их вообще, в принципе, достаточно много, вот типа размер 18650. Но я сейчас беру относительно бюджетные варианты, которые, ну, нормально себя зарекомендовали. Вот, например, вот такая модель аккумулятора. Вот это уже аккумулятор, как бы, более высокого класса, если сравнивать вот со штатниками. Он примерно, ну, примерно на треть емкость выше. И это, кстати, так достаточно хорошо видно. Вот если взять вот просто вот так два аккумулятора, вот этот заметно тяжелее. То есть он чуть не там, ну, просто вот заметно тяжелее. То есть вот это вот очень неплохие аккумуляторы, хорошо себя зарекомендовали уже. Стоимость у них где-то 350 рублей. За штуку, да? Да, за штуку, соответственно. А емкость 8000 миллиампер? Да, 8000 миллиампер час. Угу. Ну, понятно, что это все китайское. Да, это было... Китай, естественно. Чтобы никто... народ не задавал вопрос. Нет, это Китай производство. Ну, фабричный Китай, да. Ну, нормальные аккумуляторы. То есть вот штатные, которые идут в комплекте. Да, вот это фонарями. Вот. Там 3-4 модели, но я здесь даже не все модели выложил. Ну, основные, да. Да, основные, то есть, вот, типа, размер 18650. Mm-hmm. Я просто выложил, как бы, с разными емкостями. Ну, они в разных фонарях по-разному идут. Ну, вот я говорю, это штатные mm-hmm. аккумуляторы. То есть, при желании их можно заказывать, дозаказывать в комплект к штатным. Mm-hmm. Либо, если хочется, как бы, емкость побольше, mm-hmm. и, скажем так, классом повыше, то тогда вот такая моделька. Очень, очень неплохой аккумулятор, честно говорю. Вот. Mm-hmm. Мне понравился, во всяком случае. Эти 250 цена? Да, эти 250, вот модель штатники. Вот это 350. Значит, смотрите, чтобы путаницы не было. Вот эти аккумуляторы, они... То есть, с фонарями идут аккумуляторы уже в штатном значит, комплекте. Вот в любом нашем фонаре... Mm-hmm. Штатные идут аккумуляторы в комплекте. Mm. При желании можно заказать два дополнительный вида, да. комплект аккумуляторов. Да. Либо такой же, вот, как, ну, такие же аккумуляторы, как штатные, такие же, как стоят в фонаре. Mm. Либо более высокого класса вот такие вот. Mm. Вот и все. Ну, это по желанию, по необходимости, по, не знаю, там, нужен, не нужен. В общем, будет вопросы, звоните к нам на телефон, все объясним. У нас часто задают вопросы, есть ли дополнительные аккумуляторы. Мы поэтому сняли этот ролик, чтобы объяснить, что у нас есть дополнительные аккумуляторы. И даже есть более-менее новые, мощные, которые сейчас, я думаю, будут пользоваться спросом на этом рынке.
Вот, и вы можете заказывать еще комплекту фонарей, там, то есть, неправильно сказал, можете заказывать к фонарям комплект еще дополнительных аккумуляторов. Все, всем пока, удачи, все, пока.